День предпринимательства в России отмечают с 2008 года. Этот праздник призван привлечь внимание общественности к вопросам развития экономики страны и проблемам малого и среднего бизнеса. В нашем округе такие вопросы традиционно решаются в торгово-промышленной палате, поэтому именно эта площадка и была выбрана для поздравления предпринимателей округа. С поздравительным словом к своим коллегам обратился президент Дмитровской муниципальной торгово-промышленной палаты Александр Терентьев. Я от лица торгово-промышленной палаты хочу всех поздравить с сегодняшним днем предпринимателя, пожелать всем предпринимателям нынешним, будущим здоровья, удачи, успехов, реализации ваших планов, чтобы все у вас получалось и чтобы все ваши планы сбывались. С днем предпринимателя, всем здоровья, всем удачи. Спасибо вам. В этом году подарком руководителям малого и среднего бизнеса округа стало выступление известного бизнес-тренера Андрея Левшинова, который поделился с собравшимися своими мыслями о том, как не допустить эмоционального выгорания на работе и правильно распределить свое время и силы. Тренинг называется «Искусство управления временем, пространством и жизнью». Это то, что нужно каждому предпринимателю, вообще каждому человеку. А поскольку огромный потенциал предпринимательства, экономики, бизнеса как раз находится в малых городах, не в центрах, то подняв этот потенциал до 100%, до 150%, можно получить огромную и экономическую выгоду, и самое главное – человеческую. Андрей Левшинов рассказал о том, как организовать свой распорядок дня в соответствии с внутренними биоритмами. Гармония с законами природы, по мнению коуча, должна привести к успехам в бизнесе. Поделился известный спикер и своим распорядком дня, который удивил дмитровских представителей бизнеса и вызвал у них бурное обсуждение. Кстати, на тренинге, помимо действующих предпринимателей, присутствовали и студенты экономических направлений дмитровских вузов, которым только предстоит строить свой бизнес. Оригинальным способом провели предприниматели и перерыв между выступлениями Андрея Левшинова. Они выстроились в две колонны друг напротив друга и в течение 2 минут имели возможность рассказать о себе, своем бизнесе и выслушать человека напротив. По задумке Екатерины Косолаповой, которая организовывала данное мероприятие, такой формат общения позволяет отточить навыки презентации себя и своего бизнеса и завести новые полезные знакомства, которые положительным образом скажутся на развитии собственного дела.